Здравствуйте, я мама Марины Бураковой. Все уже знают о том, что Марина пропала в конце 2012 года. И вот уже больше полгода о ней ничего не известно, где она находится. Я хочу поблагодарить всех участников группы за поддержку меня в эти трудные, тяжелые дни для меня. Господи, спасибо. Спасибо вам всем. Розыск по Украине практически прекратился. Министерство иностранных дел только дает красивое интервью о том, как они ее разыскивают. А когда я спрашиваю, думаю, что там происходит, чем занимаются, они говорят, распространили информацию по всей инстанции и больше ничего. Практически ее тоже занимается и полиция Мексики. И если б не ваше участие, все давно уже забыли о том, это об этой трагедии. Группа ведется большая работа не только по распространению информации. Я очень благодарна группе за то, что ведутся и реальные поиски Марины. В феврале месяце поступила информация с Мексики о том, что где-то там ее видели и что она там ходит, якобы Марина. И мной был послан туда человек для того, чтобы проверить все это. Оказалась информация ложной. Потом поступила информация, что в Мериде якобы видели Марину, стоящую у входа на какую-то выставку. Группой был послан туда человек. И он искал ее по всей Мериде, окружающим городам. И тоже ее не нашел. На сегодняшний день проводится акция в Мексике против насилия над женщинами. Акция называется «Я Марина Буракова». Тот человек, который занимается этой акцией, он распространяет информацию о ней не только среди населения. Он обращается к властям, он обращается в общественные организации. Он ходил в Интерпол, и шум, который поднимает, он очень важен для того, чтобы не угасла вся эта информация о Марининой трагедии. И я обращаюсь к вам за помощью сейчас. Помогите, помогите, кто чем может, кто молитвой, кто соучастием, кто поддержкой, а кто и финансами, для того, чтобы эта акция, она не угасла. Ее хотят проводить до сентября месяца, поэтому необходимы деньги. Пожалуйста, я обращаюсь ко всем людям, не пройдите мимо моего горя. Помогите. Да благословит вас Господь.